Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня буду играть в игру в рамках следующей 15. Играем на карте просто Квашино. Это, кстати, у меня сейчас работник работает на поле 5. Удобряет. А я пока решил... Надо заняться. Сейчас надо съездить, посмотреть яичек, как наши курицы, что курей наши несутся. Сейчас, ребята, посмотрим. Сейчас. Вау, да. Зашибись. Сто 120 идем, круто, да? А мы еще медленно 120. Я гонщик такой крутой. Не, на любой машине, да, и на любой буду гонять. Мне похуй. По деревне думать. Приехал тут, по деревне гоняю, что? Ненормальный сумасшедший какой-то. Носится по деревне фермер. А, сейчас воду еще поем. Ошибись, да? Еще мне не хватало чего-то. Ребята. Так, так. Наш двор где тут? Прямо не знаю. Скорость вести, скорость включил. Ебал. Сельсовет. Так, куда дальше? Я не понял. Немножечко. Вот же наш дом. Это, блядь, не надо. Это вроде наш дом, блядь. Подождите. Когда мы тогда ехали? Заблудился вообще. Вот она ждем. Куби, куби, вы мои, куби. Ну вот. Это видео сегодня какое-то. Один раз не вышло видео снять. Какие-то баги начали в игре. Один раз. Такая херня случилась. Не выбеги немного для тебя. Только, ребята, не куплю новый компьютер, ребята. Не будет никаких пользы всяких этих. Потом хотел донат сделать. Чем ты сделаешь? Стоишь, ребят. Ать, давай на. Нет, не. Ладно, сейчас смотрите, что будем делать. Нафига мне покругом эту загу? Пум. Зале. Хоп. Сейчас. Раз, два, три. Хоп. Чтоб за это на кольцо. Угу. Блин, что такое хер? Ах вы мои кубицки, ах вы мои красавицы. Ма. Немного яичек уже есть. Крутяк. Тут ни хрена нету. Где могут быть яички? А вы мои курочки. А вот мой петух. Посмотрите, какой красивый петушок. Злой очень. Да, очень. Сейчас едем продадим эти яички. На продажу летим быстро. Скорость весь включили, нам пошли. Наш фермер тут сидит, который работает тут. Тоже работает. Только один я же фермер. Я вообще один только. Ну хотя один тоже 80 неплохо вообще за яички. Не слабо все. Я не думаю, что я один такой.
Нет, ребята. Вот сосед мой. Вот. Тоже так-то имеет. Он, наверное, не фермер. Он сам-то на свое хозяйство работает. Вот, вот трактор стоит такой вот, бел МТЗ. По-моему, 40 или... По-моему, МТЗ 40. По-моему, Т-40, по-моему, стоит. Это, по-моему, да, это, по-моему, Т-40. Или МТЗ. Это Т-40, как я знаю. Ой, да. Что-то работал. Паук маленький, смотрите, что-то делал. А мы пока поехали. Вау. Сейчас, брат, посмотрите, что будет. Будете смеяться, что я буду делать, пока у меня этой работы. Эсприн, заедем или нет? Сейчас посмотрим. Давай, Дима, покажи свой... Показал уже свои силы. Да-да-да. Ну да, смешно, бля. Это такой будет стрим. Если ты какой стрим вообще? Фу, что я говорю? Блять, какой нахуй стрим? Я вообще говорю, какой же стрим? Это же не стрим. Вот наш косик все удобрил. Там он там складывается, ребята. Молодец, молоток наш косик. Так, сейчас мы едем. Что дальше будем делать? Даже не знаю, пока поваливается. Что дальше делать? Травки хотим. Лесом хотим. Блин! Такое, не могу понять, ребята. Немножечко. Что это такое творится тут? Не знаю даже. Какие-то камни или что? Стойте. Давай посмотрим. Не знаю, кого здесь поехали. Один раз уже сегодня мне видео не вышло сделать. Ай, не знаю, как-то... Как-то начал благовать игра что-то и не вышло. Ничего это? Ну ничего. Заново надо что делать теперь. Ай, не жалею. Там и так, где такая бы не очень интересно. Мы там ездили, только посмотрели всю карту. А, ничего. Не уже дали. Ну что же, надо ехать. Сейчас же все тракты нам на фему поставить, сказать. Не мешается мне. Там еще кто возьмет, расцепит это все, это будет нам. Все открывать, потом технику еще мотор выкрутить. Вот такие люди могут тебе тут все выкрутить, что хочешь. И двигатель могут забрать. И мне ну, без разницы, что ставить раковину, им без разницы, что это потом еще. Хочу ставить одно рабочее, но фига. Я буду кому-то что поставить. А что тут никто не такое делает. Хотя и тут могу. Красота, поставили. Скриншот сначала сделаем, ничего не делаю потом, это все.
этой добавлялкой на видео. Ты сразу видишь, что ты не умеешь это. Что делать красиво потом? Нахрена она тут стоит, надо поставить на место ее. Наше любимое место. Вот и такая красавица наша стоит. Пока мяс. Ну что же, ребята. Газончики, конечно, газончик отбить. Лесом хотя бы занят. Мало денег вообще. Пока в минусах уже достанем. Поле добренное. О, видите, что это какой-то баг, не могу. Не могу даже, не могу, какой-то баг. Почему он сразу так вот скачет? Какой-то баг и камни какие-то. Ну это вам и скачет, блин, какое-то мучение за этим трактором. Я пока на все вот так, так замучился, не знаю, не представляю, так бесило, чтобы продал. Не пожалел, мне он с виду очень нравится, ну и что ж, так, программа. По вам дороги не в таких дорогах, как тут, в равнинах. Тогда скачет это, по вескам лидер целое. Видите, вот, вот так вот он скачет. Подвесочка наша. Слушайте только. Да красоту. Видите, как красиво? Ку-ку. Ку-ку. Просто я красиво сделано. GTA, думаю, сам снять. Не много GTA 5, а GTA сам еще ставим. Там ну, нормально играет, тоже. Тоже в линии сети. Так, что же это скачет? Не он. Так, для главной дороги, не такой вот, как тут. Неравнина. Как бы так это говорить, что он обозначен на работе в городе. Там умные дороги как. И в таких равнинах его мучат. Нашего красавица. Серьезные тракторы там не надо. Всё. Даже тут это стоит, смотрите. Надо техника наша. Так, каравани. Надо поставить. Каравани было бы. Немножко. Фух, ребята, как очень тяжелый тоже день был. Вообще тяжелее. Не знаю, это что делать. Чем тут заняться сегодня? Поле пока растет. Ну, газончик можно на базу поставить пока мясо. Поле удобно. Что еще делать? Ну, ребята, я говорю сразу, ну берет. Деньги вообще сумасшедшие берут за это все. Вот это херня. Это как-то не камильфо.
пока едем, пока мяс. Ребята. Пока мяс прёмся. Ой! Фу! Вы это видели? Я чуть не заеду. Какая-то, похоже, дорога взбита, наверное, на базу. Техника едет. Пока тут, пока мне это тыркуем, пускай что он мешает еще. Пускай стоит. Если... Так. Пускай стоит. Можно же зонтик делать. Тыркуем красиво. Ну все, технику пока вся тут у нас стоит, пока мяс, которая есть. Так, сейчас посмотрим, что в магазине. Все дорого, ребята, еще далеко до нам этого все. Всего. Лесом заниматься, щепу делать. Это просто сумасшедшая подумаешь. Селку хотя бы привезти пока нас. Это продать. Маленькая. Потом, если возьмем, тогда купим. Мам, этот вот красавец, это Мам ДГС. Тут лучше 57 тысяч. Я тут купил манчик такой вот. Мам ДГС. Надеюсь, что будет полезно. Это добавки, навоз, наверное, разбрасывать. Ну это потом, это все уже потом, 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 потом. Вот этому магову. Тут цепы, да, вот эти продать могу. Куплю такой один. Не ставлю, не продам потом. Этот куплю за 24. Так только надо нужно. Эти, наверное, продам потом. Нахрена не нужны. У меня раз будет такой один, хватит воду. Насколько? Ну еще, может, этот один какой куплю. У нас есть, пока хватает это. Так. Это тоже есть, пока хватает. Симс, потом посмотрим, если будем Симс заниматься вообще тут. У вас, если будем увидеть, лазик этот куплю. Так, у нас это есть уже. Как будто хорошо добавляет. Кстати, говорю, ребята, хорошо очень добавляет. Так, комбайны. Так, у нас сейчас это Нива. Я куплю за это опять новый Ниву. И куплю комбайн, комбайн. Это и на Силос, да? Вот этот я буду тоже бы купить. А теперь... Так, сходит 300 минут. 300. Только не Вия будет у нас. Нива. А еще хочу буду купить тогда этот. Вот этот. Фуфит. Бизон. Это маленький себе комбайн, хер знает. Это эти пуши, пауки всякие. КВН, прицепы. Это еще далеко до этого нам всего. Так. Селку предлагаю купить. Которую... Не, косилку.
силы сделать прям. С тобой сила, крутая машина. А это предлагаю купить косилку, косить траву. Потом что делать? Убирать ее. Ну, эту надо будет потом купить еще. Которая собирает. Нет, когда подождите, какая собирает это? Я не помню, какая собирает. Вот, сено ворошилки. Сено ворошилку эту купить. Боже, пригодится потом. Это пока не надо. Это воды. И здесь тоже пригодилось бы, если правильно пользоваться. Разное. Так, смотрим, у нас это есть уже. Это опять газон идут. Не знаю, подумаем, что далеко смотреть всего. Далеко же, это еще для этого нам всего. Теперь не знаю, чем заняться. Поле растет. Что будет продавать, не знаю даже. Добавили бы все. Чтобы вот и нету чем заняться. Денег нету, чтобы покупать новую. Так, что-то делал бы. А, кстати, можем косилку купить, наверное. Подождите. Сейчас посмотрим, ребята. Нет, наверное. Не купишь ты ее. Так, подождите. Немножечко. Так, много полетела, херня одна. Такая вот нехорошая. Так, там, все. И сколько стоит? Сейчас посмотрим, ребята. Сколько это все стоит, ребята. Сколько стоит же? Сколько косилка? Не можем купить. 8 тысяч. Блин, не хватает. Так же мы начали бы косить уже. Сивас бы уже победили бы, наверное. Не знаю, зачем заняться. Короче, поле растет, все растет. Нет же смысла это чем заняться. Ну нету, как поле все, что ты, зачем ты занимаешься? Подумайте сейчас. Денег нету. Склада, смотрите, что там можно найти. Тоже, в принципе, не идея. Доска стоит. Короче, на сегодня тема такая получилась. Отдыхающая немножко. Ничего не делаешь. Вчера так было на жестоко все эти дни. Ну это сила какая-то. Даже странная не было. Мне кажется так. Даже немного странная. Я что-то собиваю на тоже компьютер. Какой? Не видя ГТ, по-моему. Как оно там? Не видя ГТ. 94 400, по-моему. 90 94 90 40, во, я думаю, что это было. 90 40, не видя 90 40 ГТ. Не, подождите, не видя Гефорче ГТ 9040 MX. Мелодия не похуй, как будто такой. Еще не такой дорогой, ребята, не такой неплохой. Вообще. Чтобы что, не подтянет. Файминг симулятор. Подтянет, но очень будет мало FPS. Так, немножко.
Ребята, пишите мне эту. Играть в GTA. GTA Samp. Или не играть, ребята, я же не знаю. Все это от вас зависит. Играть мне, не играть. Скажите, буду играть, играть. Или мне сегодня делать по GTA. Сам видео. Играть или нет? Вообще неплохая. Там драться можно, там бах-бах. Как бандитов такие. Ну не знаю, брат, как вам? Как вы скажете, так и будет, брат. Напишите в комментариях, пожалуйста, играть мне в GTA Samp или нет. Если играть, так будем играть тогда. Да, ребята. Ну все, ребята, на этом будем заканчивать. Если другой себе продолжим. Всем пока! Всем пока!